Атака на аванпост «Армадилла» была хорошо спланирована. Под покровом темноты боевики сумели незаметно выйти на позиции. Первыми лучами солнца атака началась со шквального обстрела. Однако яростное сопротивление гарнизонного аванпоста не позволило боевикам развить атаку и захватить аванпост сходу. Бой принял затяжной и позиционный характер. Вызванный на подмогу воздух помощи фактически оказать не смог, так как один из ударных вертолетов был подбит из ПЗРК, и вертолеты были вынуждены вернуться на базу. На поддержку гарнизону был экстренно направлен взвод морпехов. И коротко вводная по миссии. Мы американцы, нас 65 человек, включая тех, кто сидит в базе внутри, против нас афганские боевики, их 75 человек. Основная, самая сложная этап миссии — это то, что рации и карты есть только у командиров. У простых бойцов ничего этого нет. Как будем ехать, смотри по дороге по прямой внимательно. Любой талиб — это враг. Кто на М2 сидит, стрелки? Беру, что не забудьте идти. А то оглохнешь. И кто в машине сидит, у кого есть беруши, оденьте, оглохните. Если он с М2 будет работать. Короче, две машинки М2 закрепляются по одному человеку. Бамут, твоя машина. Выходите на М2, на дальние. Понял. На дальние выходи. Имеется в виду, будем тянуть, он хочет сказать. Я переведу, да, вам сразу. Мы вас будем тянуть, если что, КС будет командовать вам, куда вы. Дальняя стоит. На дальний. 1-5 на дальний. Все, поехали, Мас. Да, езжайте, я еду. А, у тебя в машине джеп встроен. Да, у меня есть свой, я же командир. А ты не отдавал? Я, нет, там факсы же отдали, это Десновская. Выбил, отдал, выбил. Плевать, люди заблудились. И мы тоже не туда пошли. Че, Санта, держимся за тобой, да? Угу. Я не могу говорить, когда этот голос, когда мы едем. Аналогично, со мной тоже лучше не разговаривать. Голос вообще не воспринимает. Выпил, кто там встал? Ты на связи? Да, 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 со связью. А с этого Фоксов есть рация у кого-то? Нет, ничего. То есть ты связующий, имею в виду. Я по синей пошел.
десанта мотаю. Ага, сорян. Проверьте, никто не ранен. По-моему, перемотался. Так же мазик надо. Не едет, да, у тебя? Вроде и так. Надо, мотаю. Там слабо уши. Да пофиг. Мотайте все равно. У них ландаки тоже сомнила есть. По горам смотрю внимательно. Те, кто со мной, действуйте со мной. Там вот в тачке Джепис есть за рулем. Будешь садиться и ехать за нами. Вот. Что, не? 1-2, метку на себя, где ты? 1-2, ехал по зеленому. А, наконец они триггер врывались. Бои. Да, да, они выбили это хами. Они ехали по зеленому маршруту. Товарищ, я чуть-чуть протяну по метку. 1-2, забираются в стрельбе. Они вроде прорвались. Что с дымы спереди? Там-то тебя не слышно. Смотри в дым прямо. Спешимся. Двигаем, все. На тачке сиди, едешь за нами, блядь. Мы двигаемся вперед. Дымы, скорее всего, враг будет. Смотрите внимательно, непонятно, инфы нет. Нормально, так и было рассчитано. Вы что, стойте? Нет. Усаживаемся. Не садь, это так было рассчитано. Где? УАЗик в дымах, работай, где ты? Скажи моему...
УАЗик, УАЗик, пускай работает. Азимут, азимут, азимут. В дымах, внизу, запад. Запад ровно. Так, стоп, отставить, отставить. Он пустой. Я не вижу дымы на ИП. Уходит. Азимут, можете это сказать, заебали. Наши. Блядь, Азимут, можете сказать, там хаммер был слева, блядь, свой. Да наши, это наши, все, успокойся. На запад два хаммера наши уходят. Это было 100 раз еще, 100 лет назад видно, блядь. Смотрите, камни, где парни. Нет, у нас 290 пехота. В гору, талибы, работаем. Пехота 290 в горы идет. Убейте, убейте. Так, на М2 есть по одному человеку. Закрепились на ДВ. Вторая пехота по маршруту. Выбили на север. На север там гора, блядь, ты че? Ставлю враг, талиб, в камнях. Камнях от дороги ниже, ниже даже где-то вот тут вот. А нету этой карты. Да я этим ФТшком. Врага поставил юго-запад. Да ко мне прямо. М2 на ДВ. Скажи М2, который Сантовский был, выше этого ландака в камне. АГС. Савариус, на связи? Чей АГС? Да. Наш? Наш. Ты можешь сказать, дистанция та же, блядь, АГСу, на 100 метров дальше и левее? Западнее. Талиб выше бежит. Талиб выше ко мне пошел. 315 за камнем, 315. Куда? 100 метров дальше и че? И западнее. Вот сейчас бьет хорошо, и теперь западнее 100. Не вижу талиба. Вижу. Дымы, дымы, дымы! Дымы на склоне, это враг. Запад, прием. Он в камнях, в камнях. Вижу, вижу, я его держу. Проходим, парни, проходим. АГС еще надо выделить. Да, в дымы нужен АГС в камне. Санта, АГС надо еще накрыть? Да, в камне, где дымы. Дистанция, ой, дистанция туда же работает. Блять, дистап, ой, Саварис, дым, дым, посмотри. Бежит. С дымом бежит. Спокойно двигаться по синему маршруту. Да, двигаемся по синему маршруту. Машины М2 за собой тянем, и М2 должны выйти на ДВ. Так, парни, стоп, закрепляемся, лежим, держим. В ДМ не работайте, не палите больше нас. Так, парни, талиб прямо, 350, большая скала, поджимаемся, блядь. Пошли. Он сейчас выйдет с севера, с северо-востока. Thank you.
Вторая М2 на КВ. Санта, куда работает? У меня в камнях враг запад и север. Раненые есть? Азима 310, Санта живой? Жив. Санту проверьте, найдите. Живой, живой, мужики, живой. АГС хорошо. АГС хорошо. Мои двое мертвые. Под зеленой линией стою. Враг здесь. Здесь. И здесь. Вы... Да. Я на 10 далеко в камнях. Вот, 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 работает свой М2, хорошо. 1-3 на связи. На связи. ГС хорошо работает. Где мой М2, блядь? Позови его дальше на мою метку на Санту, пускай едет. Бегом. Чей М2? Стой! Я убил, убил, убил. Он другой путь! Дом. Я убил. Да? А, хорошо, я хорошо. Убил. Бля, позови. Хаммер выбили, который с пехоты я убил врага. Понял. Мне вызови мой М2, блядь, пожалуйста. Он молчит. В ДВ, в ДВ, он на ДВ. Скажи, едь на метку сам. Я в ДВ. Блядь. Похуй, если я умру, я на своей метке проверяю своих пацанов. Белый дым мой. А мне? Не, у меня мои оба мертвые. Сука.
Саварис, по мне АГС. АГС по тебе? Да, да. Передал. Все, закрепляемся, дальше не идем. Враг от Санта прямо на западе, понял, принял. Я сейчас этого проверю. Ну нет, вот камни, куда изначально М2 стреляла. Понял. Я чуть почти у М2, который горит. Вон сзади хаммер летит, хуй знает чей. Убил еще одного. Стоп, наебался. Я здесь. Вот этого врага убил. По мне пускай не работают наши. По мне наши не работают. Белый был враг, убил снайпера. Триггери на врага. 1-2 на связи. Блять, не тут. По мне ГП. Пешет прием. Откуда Санта? Следующий, я не понимаю. Ой, больно, блядь. Я не понимаю, откуда. Вот, это АГС свой, по мне, блядь, спасите. В триггере враг, своих не вскинь. Саварис, по мне свои какие-то АГС, блядь, ГП, чё-то. АГС, по мне, блядь! Спасибо. Саварис, делай что-нибудь. Я перед... АГС захвачен. Санта, ты где? Ну, на метке под камнем. Дымы чьи рядом со мной? Санта, я на метке, видишь меня, нет? Нет, пока не вижу, я камень не покажу. Я думаю, что ж меня какой-то гранатом закидывает. Под тобой. Мужики, в триггере своих закрепились, пока сидим.
чудим, чудим. Не знаю. Санта, я тебя вижу, справа от тебя. Повернись направо. Да, я видел тебя, Ты под камнем, Санта? Да, 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 вот куешь. Он не на метке, да. Я куешь, я обошел этот камень. Вот этот дым, бля, свой, на меня смотрит. Это я нашел. Свой на камне лежит, да, там свой. Нет, нет, вот в арку идет между камнями. Мне, блядь, кто-то что-то закидывал. Мазик, ты откуда пришел с запада, да, 240? Там, блядь, под камнями, смотри внимательно, ниже. Ниже, там целое, там двое было на М2. Ну я там трупы видел, но живых не видел. Бля, чьи вот этот дымы, бля, передо мной? Это не мои. Кто это? Мазик, враг по тебе, да? Хуй на, тут запада, пролетело. Запада, выше. Запада. Да, из запада. Уазик ДШК стоит. Блять, он 100 лет стоит, санк, блядь, товарищ стоит. Зачем говоришь эту информацию? Нет, там просто М2 стоит на нем. Мас, живой? Да, живой. Откуда прилетает, понимаешь? Хуй знает, я не слышу, откуда стреляют везде, блядь, но... Откуда, по мне, хуй знает. Блядь, татарин, ты вражескую взял? Тебя убьют. Смотри, что там, инфа есть про врагов, нет? Нет. Чё, Саварис, не двигаемся дальше, да? Мне сказали сидеть. Мы на, ну, на метке, сам. Со мной и татарин. МНС, давай к нам. Вроде безопаснее, но его нахуй там высовываться. Мас, ты вниз куда побежал? Мы на востоке от тебя. Нам сказали, можно двигаться. Все принято, идем. Вот эта база, да? На нее идем? На северо-запад? Да, которая дымит, это наша база. Там враг на базе. Твоих нет. Понял, принял. По мне, снайпер! Друзья, к сожалению, я был застрелен афганским снайпером. Но наши американские силы дошли до базы, захватили и отбили талиб. Миссия окончена победой. Если понравилось, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал.